В ответ на тщетные попытки Глаза пугать мировое сообщество своей ядерной мощью, генеральный секретарь Китая был призван на заседание Совета Безопасности Европы. При полном одобрении Совета китайская армия взяла на себя почетную миссию по изгнанию сил Гла из городов Европы и восстановлению порядка. Между тем, в обращении к ООН генеральный секретарь выразил свое глубокое сожаление по поводу необходимости использования ядерного вооружения для отражения настоящих и будущих атак Гла. С вами была Сяо Ци с репортажем из Европы. Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем прохождение Command & Conquer Generals Zero Hour. Третья миссия за Китай, этим все сказано. Те, кто играл, помнят ее. Одна из самых сложных миссий в игре. Мало того, что она на время, к тому же здесь весь город напичкан ловушками GLA, его скрытыми стингерами, позициями, тоннелями, забитыми опять же войсками. Есть у противника артиллерия в виде скат-штормов, баги, у нас ничего же нет. У нас есть только мастера боя, гатлинги, насколько я помню, и танки Дракон. И всем этим делом нам необходимо уничтожать вот эти вот статуи, которые агитируют умы европейцев и склоняют их к терроризму, по всей видимости. Миссия сверх-хардкорная. Многие поломали здесь кучу нервов, чтобы ее пройти. Надеюсь, что все получится. Теперь, когда мы предотвратили контратаку Гла, пришло время укрепиться. Чем дольше идет этот бой, тем ниже будет международное мнение о нас. Мы должны освободить этот город от отрядов Гла. Мне как бы плевать на международное мнение. Это вас оно заботит, дамочка. Так, расставляем сразу гатлингов. Сейчас будет атака у них повстанцами. Вопрос в том, где. Максимальная концентрация, и все, получится. Что, они уже появились? А вот где? Сейчас узнаем. Так, вот они идут. Вижу. План определенный уже как бы есть. Значит так, вот это вот международный статус, если он упадет до ноля, мы проиграем. Как многие, наверное, уже поняли. То есть полный кипец. Времени мало. А будем играть мы через пехоту. Да-да, именно так. Многие скажут, what the fuck? А вот именно пехота здесь и тащит. Не просто тащит, она карает жестко. Китай станет больше и толще. Мы за него рады. Пусть все будет смазано. Раскрыли вы на голову. Тихо. Там у них уже есть как раз, как видите, стингеры. Нужно посмотреть. Спамим много пехоты. Спамим очень много пехоты. 24 международный статус остался. Первая статуя у нас находится вот здесь. Так, остальные вот. Тут что у нас есть? Есть мины, есть ремонт, но ярость мне не нужна. За республику! Красный дракон победит! Осторожно, их защитные укрепления закамуфлированы. Да неужели? Спасибо за подсказку. Как же мы без тебя не знали про это? Поздравление, генерал. Вас повысили. Отлично. Мне нужны мины. Мне нужны мины. Будем жить в роскоши. Для того, чтобы в определенных местах с противником разобраться.
отличный выбор. Держится танков здесь. Прямо здесь. Лужим не знаю. Хэ, еще недостаточно пехоты. Надо еще больше. Так, здесь пару мастеров боя. Заказываем. Ну и плюс фургоны. Мне они понадобятся. В принципе, достаточно. Идем дальше. Международное мнение о нас падает. Мы рады за него, но у нас пока несколько иные проблемы, не до международного нам мнения. Просветим, есть ли ловушки около. У нас большие планы. Отличный план, генерал. Статуи. Пока мы уничтожать ее не будем. Дело в том, что каждая статуя дает определенное количество прироста, вот этого международного влияния. Но чем меньше у нас осталось, чем меньше осталось этого международного влияния, тем оно медленнее убавляется. Кажется, я их слышу. И слышу, и визу. И чувствую. Ладно, атакуем дальше. Пехотный генерал рулит. Так, у нас здесь тоннель, скорее всего, напичканный как раз техникой. Да-да-да, именно так оно и есть. Сейчас мы ее по-быстрому почикаем. Сначала зенитки. Мотоциклы и, собственно говоря, саму эту точку. Готово. Так. Есть у нас там патруль, которого мы можем, в принципе, избавиться достаточно легко, кинув сюда вот мины. Ухо. Эй, что это там? Да, вы, ребята, понеслись. Зато мы открыли здесь еще одну позицию стингеров. Так, ну и дальше продолжаем спамить. Подразделение потеряно. И они нас заметили, отходим назад. Сейчас они будут агриться исключительно на пехоту. Так, 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 так. И мы можем накрыть у них сразу скат. Вот этот вот. Он, конечно, не на эту пехоту сагрился. Давайте, давайте, ребята, мочите его. Отлично, скат шторма здесь представляет наибольшую опасность. Минус. Подразделение потеряно. Поздравления, генерал. Вас повысили. Прекрасно. Просто замечательно. И идем мы сразу далее. Атаковать мы будем именно основную их базу, которая находится там наверху, на севере. Да-да, многие подумали, что какие-то шутки мы с ними будем шутить, прибаутки, а ничего подобного. Пробьем их броню. Да так, что у них... В одном месте сведет. Надеюсь, скадов больше здесь нету. Скадов-то нет, но у них вон несутся техники. Подразделение потеряно. Международное мнение о нас критически низкое. Какое на дамочка. Международное мнение о нас критически низкое. Беремся мы с твоим международным мнением. Еще осталось 3 единицы целых. Надо поставить здесь 2 мастера боя. Уберемся со стингерами. Гоу, еще один тоннель. Вижу. Скорее всего, уже напихали туда техники, да? Снова у них там целый стяг. Стингеры изнесли, танки для нас не опасны. Ну, вроде как бы и... Так, все нормально.
Настраиваю частоты. Давай запустим их. Да. Куда спустимся? Там по... Идем далее. Международное мнение о нас критически низкое. Единицы, надо следить уже за этим процессом. Давай нагрузим их. Мы пробьем их броню. Как закончу, будет мы их найдем. Есть, готово. Мы пробьем их броню. У меня большая пушка. Мы стоим, ждем. То есть, как только будет единица, мы уничтожим. Эту статую. Готов. Спам, 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 спам. Не забываем про спам. Давление должно быть постоянным. Модернизация завершена. Ребята, что вы делаете? Какого хрена вы здесь толкаетесь? У нас там каждая секунда на счету, а они здесь какие-то пируэты совершают дикие. Международное мнение о нас критически низкое. Пора. Одна единица осталась, уничтожаем. Воу, Европа радуется. Европа радуется. Теперь умыто их немного хотя бы освободились от притворного влияния ГЛА. Вызвало рост международного мнения. Народное мнение растет. Как и наши возможности на победу. Такс. Садились по зданиям для разведки пару отрядов. Они контролировали подход и к нам не подобрались всякие разные нехорошие хреновины. Генерал, город Гла очень хорошо защищен. Нам нужно выбить их оттуда. Так. Кого я здесь нашел? Вот, смотрите-ка, я нашел. Одно из наших зданий захвачено. Подразделение потеряно. У нас большие планы. Хорошее начало. Нужно посмотреть. Я нашел здесь скат-шторм, но он довольно далеко и за ним специально бегать не хочется. А вот это совсем плохо назад. Теперь он нашел нас. Подразделение потеряно. Вы дебилы, что вы делаете? Назад! Вашу дивизию. Вот я о чем и говорил, видите, вот эта хрень самая опасная здесь в игре. Мочи его быстрей. Если мы от него отделаемся, уже минус проблема. Один выстрел. Отлично, красава. Ой, я бы вас сам убил. Вот из-за этой толкотни. Потеряли уйму времени. Так, давай быстрее растворяйся, химическая хрень. Подразделение потеряно. Начинаем спам. Начинаем сброс. Хотя нет, подожди, сброс мы пока не начинаем. Там потом мистер на связи с Мира. Дам приказом. Танки вперед. Здесь мы создаем парочку фургонов для того, чтобы оборонять местность вокруг базы. Эй, это вот видите, сколько у них здесь стоит дерьмецата. Сейчас мы начнем нашу атаку. Как только произойдет сброс, сразу прем вперед. Зенитка согрелась. Хорошо. Вот летит наш самолет. Подразделение потеряно. Гоу! Я буду биться отчаянно, отчаянно. Увеличиваем, увеличиваем давление. Все вперед сюда. Как
Быстрее, быстрее, быстрее. Осталось 5 единиц. Международное мнение о нас критически 4 единицы. Международное мнение о нас критически низкое. Значит, что мы делаем? Мы захватываем эти здания и атакуем их войсками. Быстрее, 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 быстрее. Вот он, хардкор-то где пошел, ребята и девчата. Никаких компромиссов, никаких упрощений, только мощь физическая. Жаю тебя, пушка. Фух, вот это жара. Как вам нравится процесс? Мне лично не очень. Хоть клавиатуру ломать. Клавиатура... ценный материал. Так, все захвачено вроде как бы. Основные их здания. Международное мнение о нас критически низкое. 2 единицы. Плохо. Придется прорываться литовским методом и уничтожать быстрее эту башню. Точнее, эту... Подразделение потеряно. Одно из наших зданий захвачено. Одно из наших зданий захвачено. Покуха, быстрей, быстрей, быстрей. Надо уничтожать их здесь на подходе. Пропустите вы трактора, ироды. Сейчас не успеваем прорваться, мы проиграем. Скорей, скорей, скорей! Международное мнение о нас критически низкое. Одна единица, одна! Есть. Как вы считаете, ребята, разработчики не перемудрили здесь случайно? Мне кажется, что это был перебор. Так, расслабились, напряглись. У нас еще есть время теперь для дальнейшего развития событий. Подразделение потеряно. Идти назад. Сейчас мы им тут сбросим подарок и после этого атакуем. Генерал, нам нужно выбить Гла из этого района. Подразделение потеряно. Окей, перейдем в атаку. Подразделение потеряно. Чуть назад сдадим. Подразделение потеряно. Сбрасывается выбор войск, начиная выбирать, они начинают в этот момент возвращаться на завод. Токсичные трактора посылаем на уничтожение их зданий. И пехоты, которая там засела, остальные войска вперед. Стоять нельзя, время тикает. Подразделение потеряно. Ищите долбанный квартал, через который не пропихнуться. Дома мешают пройти.
толкаются, пихаются, давятся. Подразделение потеряно. Мы их найдем. Скажем, где танки там? Найдем там, не знаю. Пока на такую. Подразделение потеряно. Продолжаем давить. Сбрасываем здесь. На выходе сразу. Подразделение потеряно. Еще один пак мин. Международное мнение о нас критически низкое. Международное мнение о нас критически низкое. Это плохо, придется сейчас атаковать прямо на таран, иди. Подразделение потеряно. Идем без остановки вообще, просто атакуем. Подразделение потеряно. Посмотрим, кто у них здесь вообще есть из-за войск. Вижу Скорпиона и вижу самый хреновый Яскав. Затягиваем их под наши войска. Сейчас решится момент боя. То есть они должны подорваться на минах, после чего мы их расстреляем. Первые готовы. Меня интересует больше всего Скат. Он пошел за этой зениткой, поэтому нам надо атаковать вот этими. Должен был пойти, да, вот он едет, спокойно проезжает по минам, а нет, неспокойно, все, идем. Идем. Вашу дивизию. Быстрей. Уничтожаем заводы, так бы я их захватил, но времени нет.
Нервы накалены до предела просто, как международное мнение, нитки. Критически низкое. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, крестоносец. Всеми силами убить, убить этот обелиск. Есть. Все, победа за нами, ребята. Мы прошли эту долбанную миссию. Смерть врагам Китая. Абсолютно согласен. Так. Теперь у нас есть время, можем перевести дух. Всего пару секунд. Наша воля сильна. Наша воля сильна. Но согласитесь, это было довольно жестко. Каждая секунда, каждая ошибка может привести к каким-то фатальным последствиям. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ой, вижу еще один скат-шторм. Ох, как я люблю их убивать. Просто эстетическое удовольствие. У нас тут еще едет, ребятки, сбрасываем им подарок. Теперь надо подумать, ждем. Сдавшиеся. Это хорошо. Подразделение потеряно. Ждем оставшиеся силы и атакуем. Кстати, можно разведать. Вот у нас тут кто есть. Кого мы тут нашли? Какую няшку. Вкусняшку. Подразделение потеряно. Отлично. Если бы не эти скады, миссия была бы раза в два легче. Вот черный рынок нам достроит. У меня большая пушка. Найдем там. Храбрый. Скорпион, посылаем опять на разведку. Я думаю, что скат у них где-то еще очень здесь есть. Это хорошо. Да, он не скат, это засада. Как символично, JLA погибает от JLA, да? От войск JLA. Еще минус один обелиск. Наша воля сильна. Вот, по-моему, когда я проходил эту миссию первый раз, я ее не смог пройти. Хорошо, это было давно. Большая часть, да, может быть, не было еще такого опыта игры в стратегии. Сейчас вот. Мы ее проходим, хотя это очень жестко. Я не знаю, как со стороны смотрится, но вот я лично играю на пределе. По скорости. Ну и сами видели, как тут все было. На тоненького, как говорится. Подразделение потеряно. Несколько моментов, нам буквально секунды не хватало, чтобы... Ой-ой-ой. Чтобы слиться по таймеру. Да, я успел уничтожить его. Остальные для меня угрозы не представляют. Подразделение потеряно. Смотрите-ка. Чем тут у нас занялся товарищ-то? Там еще один, и, блин, он не сдох до конца, да чтоб тебя. Я отомстил этим видео. За всех, кто потратил здесь миллионы нервов на этой миссии, десятки раз прохождения, чтобы ее пройти. И вот она, победа. Даже не буду ничего достраивать. Вроде бы последняя статуя. Они должны умереть. Террористическая угроза ликвидирована. Хорошая работа, генерал. Да. Фака. Все как в голливудском блокбастере. Герой спасает мир в последнюю секунду. Что ж, войск создано 265 у меня, у них 135, потерян 224 у меня, 304 у них. Уничтожен 266 у меня, 220 у них, 13 зданий я построил, они 28. Это при том, что у них база уже была расстроена изначально. И вся карта уже была для них подготовлена, и все рассовано и расставлено. А мне пришлось это делать с нуля. 4 здания потеряны мной, 32 ими. Ну и по ресурсам 106 900
95 я насобирал, а не 57 580. Но это при условии, что это были дополнительные ресурсы к той армии, которой уже был забит город весь. Вот просто он кишил войсками главесь. Если вы пытаетесь техникой пройти, но это будет в разы сложнее, потому что она дороже, вы будете подрываться на этих минных ловушках, а пускать фургоны там и что-то разведывать полномерно у вас не хватит просто банально времени. Ну, что я вам говорю, вы сами все видели. Фу, ладно, я прошел эту миссию, готовился я к ней как к страшному суду, морально. Тем не менее, мы справились. Надеюсь, что данное прохождение вам понравилось, данная серия вам понравилась. Если да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, на основной и на дополнительный. Если еще не подписаны, вступайте в группу ВКонтакте и оставляйте свои комментарии, как вы эту миссию проходили, проходили ли вы ее вообще, с какого раза вы ее прошли и каким образом, какой тактикой, стратегией пользовались. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи и до новых встреч, пока-пока.